незадолго до своей смерти мой отец сказал мне, что у меня такая же наследственная болезнь головного мозга, как у моей мамы. Люди с подобным заболеванием либо сходят с ума, либо заканчивают жизнь самоубийством. Вы никогда не покончите с собой и никогда не окажетесь в сумасшедшем доме. Вы проживете долгую и очень интересную жизнь. Как вам удалось найти сейчас такое чудо? Ради такой необыкновенной девушки мужчина просто обязан творить чудеса. Чем же я необыкновенная? Тем, что я дочь товарища Сталина? Приказываю секретарю взять хозяйку с собой в кино. Будет все исполнено. Вот этот доклад я прочту на закрытом заседании съезда. Я вышла замуж через полгода после того, как тебя арестовали. Больно здесь. Желаете, я, может быть, скоро... Аборт на третьем месяце сделать, это не зуб выдрать. Скажи, ты со мной встречаешься только потому, что я дочь Сталина? Откуда такие мысли? Я прошу ответить прямо, да или нет. Я был у папы. Он там лежит рядом с Лениным. Они все идут и смотрят. Им просто любопытно. Они хотят видеть мертвого тирана. Вася, наш отец умер. А кто? Он там лежит под стеклом на Красной площади. Кто? Вы врете. Вы все только на отца валите, как будто бы он был один, а Берия... Света, Света, подожди. Вы хотите, чтобы я согласилась с вами, от отца отказалась? Этого не будет. Запомни на всю свою жизнь. Ты дочь Сталина. Наконец-то случилось то, чего так ждали. На что надеялись миллионы людей? Да будь он проклят, твой отец! Не смей! Не смей! Не смей так говорить о нем! С людьми надо разговаривать в профессиональной среде, а не подвергать их травле, как это было некогда принято в нашей стране. Весь советский народ героически приближает свою победу, а моя дочь как последняя шлюха. Вам предначертано прожить очень долгую интересную жизнь с невероятными приключениями, с громким замужеством. Вы будете дружить с выдающимися людьми и даже ссориться с ними. Про вас будут писать книги и снимать фильмы. Как про дочь Сталина? Просто как про Светлану Аллилуеву. Я Сталин. Даже фамилию по ней не смогу. Сможешь.